уже 16 число, Краснодарский аэропорт. Людей очень много, никто не может никуда вылететь. Дети в аэропорту сидят на полу. Мест даже сидеть нигде нету. Мы приехали вчера в аэропорт. Наш вылет должен был быть в 8 часов вечера. Но улететь мы так и не смогли, потому что в Краснодаре валит без остановки снег. И техника никакая не справляется. Все вылеты задержаны, половина вылетов отменены. Людей очень много. Не предоставляют людям ни гостиницы, ни питания, ничего. Люди сами по себе. Все просто ждут и надеются на лучшее, но говорят, что аэропорт так и не откроют. Вот это все вылеты задержаны. Лично мы должны были вчера улететь в 8 вечера. Сначала наш вылет перенесли на 12 дня, потом на 4 утра, потом уже на 8 утра. Сейчас уже на 6 вечера. Они абсолютно не подумали о людях, которые могут остаться без работы. Лично я не смогла попасть на смену. В общем, вот так вот. Аэропорт просто завален людьми. Все ждут. Но вылеты даже не обещаются. То есть у людей уже задержки идут больше суток. Thank you.